Всем здорово, ребят. Ну что, пока там рендерю видосик вам с роллингом, жестким роллингом и обломом на Тайвань. Ой, говорю на Тайване. Тут какая Тайвань? На Немке. У нас запустили шарик. Наконец-таки его запустили. Это, ребята, паскальный шарик новый. Я не знаю, что так произошло, почему здесь именно первым запустили. Но, скорее всего, он будет и на других тоже. На немке не было, кстати, обмена. В общем, смотрим, что за шар. Шар идет у нас со скинами героев. Причем, по сути, получается, вы получаете 60 коробок. Это очень круто. На недостающих героев. И здесь топовые скины. Ребят, это просто пушка. И новые эти, офигеть. Это однозначно, этот шарик надо фармить. В первую очередь скины, потом эти камешки 5 штук тоже нафармить. И эти камешки 6 штук. Бомба. Просто пушка, надо фармить. Однозначно будет все локации. Там, где это все падает. Вот это вот шар, ребят. Ну, поехали посмотрим обмен. Что у нас по обмену? Бульдозер и этот на третью карту. 3 штуки можно. Сейчас глянем, что у меня делается. Афинка, заклинательница на четвертую. ПБшка и Седна на пятую карту. Нифига себе. Ну, поехали посмотрим, что у меня есть по героям. Сейчас пооткрываем. Так, Афинка есть. Заклинательница. 3 штучки есть. Отлично. Поехали, сразу же я буду менять. 3 Афины, 3 заклинательницы. Открываем, ребята. И однозначно мне надо там героя оттуда. Я надеюсь, это будет и на других серваках. Так, раз. И давайте сразу же отсюда одну. Я буду так менять, чтобы места не открывать лишние. Копим самики. Ну, обмен реально очень крутой. Наконец-то мы его здесь дождались. Нету, к сожалению, донатных карт. Так, первое, окей. Самое главное, правильную обменять. Поэтому внимательно смотрите. 20-е, это 4-е. Без разницы, в принципе, какую. Так, 2 штучки можно будет обменять. Отлично, обменял. Поехали дальше. Сейчас будем с вами открывать эти плюхи. Я надеюсь, что-то толковое выпадет. Так, эти карточки обменяли. Дальше смотрим. ПБшка и Седна на пятую карту. Ну, однозначно я тоже буду менять. ПБшка, ПБшка есть, отлично. И Седна есть. Да, вы скажете, это 20 ККГшек. Срал их, срать я хотел на эти 20 ККГшек. Я хочу получить новых героев. Так, отлично. Побежали сюда менять. Я не понял, ну что, у меня один, что ли? Походу, да. В единственном экземпляре. Ну и насрать. Проживем без него. Такс. Не, вроде у меня еще один был. Странное что-то. Так, 3 бульдозера и 3 этих. Тут под вопросом. Так. Арташек у меня нету. Да, арташек у меня, ребята, нету. Тут больше ничего не обновилось. Мне больше ничего не обновилось. Точнее, призрачный только один. Бульдозера у меня, к сожалению, нет. Ну, тут на 20к кулаков, 200к кулаков. Но у меня кулаков хватает и так. С акцией, с плюх, паладин. Ну, в принципе, как вариант, кому надо на коробке. А вот эта тема довольно-таки тоже неплохая. Надо будет понаменять. Можно даже этих пообменивать потом будет. Такс, и дальше.
Дальше у нас за вот такие вот большие яйца определенные, скорее всего, они будут тащиться. Не вижу. Скорее всего, они будут, как и в прошлый раз, собираться с определенных локаций. Но это мы сейчас проверим. Есть возможность, ребят, получить. Офигеть. Офигеть, просто 10 попыток, ребят. 6 дней, 10 попыток на роллинг. Можно словить зефира. Также можно дособирать лисицу. Охренеть. Лисицу мы до... И зефира отсюда сумки. Просто пушка. Блин, пыльца еще. Еще и пятые карты. Одна пятая карта. Но я не знаю, наверное, буду пробовать сначала собирать вот эти. Давайте, кстати, сейчас проверим, где что падает. Ну, тут без разницы, какие подземки пропускать. Так, это синее обычное яичко отсюда падает с подземок. Ну, такое, знаете, не особо они там много их и падает. Так, хорошо. Это обычные такие на скины и на камешки. А вот эти, получается, будут падать у нас, как и в прошлый раз. Вот с этих локаций, скорее всего. Не, отсюда тоже обычный такой упал. Синий. Может, шансы такие, что они хрен будут падать? Такое тоже возможно. Сейчас посмотрим. Сейчас пойдем с вами еще поменяем карточки. Ну, проверим, по крайней мере, чтобы уже 100% знать. Так это или не так? Обычные синие. А, не, все-таки эти падают. Да, они оттуда падают. Ну, в принципе, в день можно собирать, я думаю, 30 штук и пятую карту загробастать. Сейчас попробуем с вами еще здесь. Здесь обычные падают, как и в прошлый раз обмен. Да, одно оттуда, а второе совсем с другого. Ну, надо будет, придется опять же подротить на арене. Поискать противников себе нормальных. Да, он меня тут, наверное, сейчас ушатает, вынесет нафиг. Хотя... Смотрите, что мои герои делают. Супер. Жестики. Жестики с воодушками. Тащеры. Надо будет карты использовать. Также на этих, на командных подземках то же самое можно будет делать. Сейчас, наверное, смертушка нас шатанет. Нет? Не, изи. Затащили. Еще один. Ну, пробуем, пробуем пока. Круто. Вот что я могу сказать. Реально крутой шар. Особенно то, что куча скинов, куча плюх. Это однозначно плюс. Еще один. Надо искать именно мелких. Отлично. Блин, воодушки — это такая тема кайфовая, я вам даже передать не могу. Мне на этом аккаунте просто тупо прет на них. Мы уже в топ-1000 ворвались. Сейчас посмотрим, сколько в итоге мы без подземок нафармили.
А, на кого я напал? Не, нормально вроде напал. Отлично. Ну, не знаю, что я могу сказать, ребят. Реально круто. Жалко, конечно, нету донатных карт. Были бы еще донатные карты, выпускали, вообще уже зажрались. Но хочется, конечно, донатных. Так, я не знаю, тут нас шоу ушатают сейчас, походу, да. Не, нифига. Вторые эволюции. До свидос, ребята. До свидания просто. Смотрите, что мои творят. Просто изи. Ну, как раз у меня на 10 дней хватит, там 6 дней. Так, тут нас, наверное, сейчас точно уже должны ушатать. Или нет? Нифига. Нифига, нам все пофиг. Герои без эволюции, ребят. Просто без эволюции, тупо с эмблемами. Отлично. Итого, что у нас получилось? А, что мы получили по картам? 32 таких. И за один день я зафармил 14 таких. Офигеть просто. Просто офигенно. Да считайте, я могу сразу уже 3 забрать. 2. Сейчас посмотрим, когда там найм. Найма нету еще, как раз отлично. А также здесь вот фармится. На мессе. Сейчас попробуем зафармить. Ну вот, отсюда тоже фармится. Давайте попробуем, может, зафармим сейчас. Если повезет, это вообще будет отлично. Заберем еще пятую карту. Что я могу сказать, ребят? Немка тащит. Я думаю, такой же шарик будет и на других. Только вопрос по поводу обменов. Попробуем сейчас 30 собрать. И надо будет теперь каждый день фармить, не пропускать. Такую халяву реально просто нельзя пропускать. Даже мешки нового героя есть. На халяву причем. Это реально круто. Все фармят, видите? Не пропускают. Что там у меня есть? 13 еще есть. А, так, давайте посмотрим. 22 всего лишь, еще 8. Ладно, не будем мы ее фармить, потом я зафармлю остальное все. Так, забираем эти плюшечки. А, у нас места не хватает. Ладно, не хватает места, значит будем так открывать. В общем, поехали. А, 181, у нас вообще мест не хватает, жестко. Итак, ребята, четвертая карта. Что нам отсюда надо? Ну, конечно, было бы круто космо получить. Поехали. Чик! Махатма. Блин, есть она. Махатма у нас уже есть. Спасибо. Махатма нам не нужна. Так, место. Блин, места не хватает.
Дожили. Ладно, давайте увеличим 250. Можно увеличить. Тан-тан-тан-тан-тан. Четвертая карта. Бум! Капитан Рогатка. Ну, капитан Рогатка у меня вроде недостающий на этом аккаунте. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да, ребятушки, первый недостающий герой у нас есть. Супер. И сейчас откроем с вами пятую карту. Свалим. Блин, ну тоже в принципе неплохо. Конечно, хотелось бы кого-то другого, но сразу два недостающих героя за 10 минут. Я считаю, это офигенно просто. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.